Автоледи, насмерть сбила человека. ДТП случилось на улице 40 лет Победы. Это кадры последствий аварии. Удар был такой силы, что у иномарки разбит капот и треснуло лобовое стекло. А на дороге видны следы крови. По предварительной версии, 60-летний мужчина переходил дорогу по зебре. 30-летняя женщина за рулем Фольксвагена, видимо, не увидела его и сбила. Было совершено дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель, девушка 1985 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen, совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Кстати, известно, ранее автоледи не привлекалась за нарушение правил дорожного движения. А это перекресток Доватора и Воровского. Вот пешеходы начали переходить проезжую часть. В этот момент водитель легковушки попытался проскочить на красный. Но по другому ряду уже двигалась иномарка на зеленый. От удара автомобиль лихача развернуло. Он только чудом не задел пешехода.